Добрый день, это передача «Народный интерес», ведущая Татьяна Федяева. Сегодня мы поговорим с первым начальником контрразведки Луганской Народной Республики Владимиром Громовым. Добрый день, да. Здравствуйте, Владимир. Владимир, сейчас об Украине говорится, ну, говорится, конечно, не так много, как раньше, но достаточно много на самом деле. И такие взаимоисключающие звучат утверждения. Одни говорят, что вот-вот Украина как яблоко упадет, ну, потому что все плохо. Но с другой стороны, мы, если зайдешь на сайт какого-то украинского издания, видим, как там все хорошо и здорово. Ну, это одно. Второе. Какая ситуация в ЛНР, в ДНР? Что сейчас, что вы можете сказать? Ну, и потом уже немножко о перспективах. Ну, начнем с той территории, которая была провозглашена на Донбассе, то есть это Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика. Сегодня там строится государство, это создаются институты государственной власти, создаются правоохранительные органы, они уже созданы, они функционируют. Есть, конечно, большое количество проблем, но... Как у любого молодого государства, все-таки заканчивается переходный период, и мы думаем, что в ближайшей перспективе там жизнь станет несколько лучше, чем она на сегодняшний день есть. Что касается Украины, здесь уже не секрет ни для кого, что нынешняя власть, которая представлена депутатами Верховной Рады различными партиями, и в том числе включая президентскую власть и институт Порошенко, эта власть уже исчерпала себя, и я уверен, что она несостоятельна, она ничего хорошего для украинского народа не принесла, и то, что там зреют перемены, это уже как бы вопрос, который уже лежит на поверхности и обсуждается не только в российских СМИ, западных СМИ. Ну и уже многие медиагруппы Украины, многие средства массовой информации говорят о том, что да, перемены зреют, и скоро какие-то определенного рода движения будут и во власти. И есть у меня такая информация, что зреет протестное настроение в вооруженных силах Украины. Более того, недовольны множество контрактников, которые находятся в территориальных батальонах, таких как Азов, Днепр, Донбасс, которые находятся в зоне АТО. Естественно, эти люди начинают понимать, что та операция, которая озвучена как антитеррористическая, на самом деле ничего общего с борьбой с терроризмом не имеет. То есть это борьба за чьи-то ресурсы, за чьи-то сферы влияния. То есть, по сути дела, это борьба внутри олигархических кланов. И сегодня конфликт, который изначально подавался как некое гражданское противостояние, как гражданская война, потихоньку начинает приобретать другой статус. И вполне возможно, что эта война перейдет в статус антифашистского движения. Ну так. Вот в некоторых средствах массовой информации было опубликовано разные точки зрения, но самое интересное мне показалось вот этот шеврон «Вооруженные силы конституционной оппозиции Украины». Вот что это такое? Могли бы прокомментировать? Эта информация к нам приходит не только из источников, которые лояльны к России, не только от информаторов ВСУ, не только от представителей каких-то общественных движений в Украине, но и непосредственно выходят на контакт сами сотрудники службы безопасности Украины. Никто не отрицает того, что СБУ – это очень мощная и серьезная структура в Украине. Именно СБУ стоит на страже институтов государства, и они охраняют национальную безопасность Украины. И никто более, чем СБУ, чем сотрудники СБУ, не осведомлены
об истинных настроениях внутри ВСУ, Нацгвардии, но они также в курсе тех настроений, которые зреют и в гражданском обществе. Многие СБУшники обеспокоены тем истинным положением дел и весьма неоднозначной ситуацией в окружении Петра Порошенко, в числе депутатов Верховной Рады. И именно СБУ, как орган, отвечающий за национальную безопасность, они пытаются искать какой-то выход из создавшейся ситуации. Они хотят каким-то образом все-таки повлиять на будущее Украины и, как мне кажется, хотят приложить какие-то усилия по реанимированию Украины, то есть вывести государство из состояния клинической смерти. Поэтому внутри самой структуры тоже зреют определенные настроения. То, что там есть масса адекватных сотрудников, которые реально понимают ситуацию и понимают, к чему приведет фашистский вектор власти Порошенко, и все уже в этом убедились, что это такое, что это ничего хорошего для Украины не будет. Поэтому они ищут выход, поэтому они выходят на контакт. И вот этот шеврон, который вот, это своего рода символ объединяющий, который может объединить ополчение, который может объединить вместе с подразделениями ВСУ, которые могут взять на себя ответственность и решить вопросы об ответственности власти перед народом, взять на себя какие-то обязательства, взять на себя какие-то функции по установлению определенного порядка, определенных институтов власти сформировать для того, чтобы вывести Украину из кризиса. Вот я опять к этому шеврону возвращаюсь. Смотрите, флаг Украины, да, и на этом фоне ленточка гвардейская, да? Георгиевская ленточка. Да, георгиевская ленточка. Но представить их рядом сейчас очень трудно на самом деле. Я была в таких прифронтовых районах, ну, в Первомайске, в Стаханове, где действительно война серьезная. И когда говорила с людьми, и говорю, а вот если, например, Украина скажет, ну давайте будем дружить, они, что вы, мы теперь никогда с ними. Я говорю, ну никогда не говори никогда, понимаете, да, о чем я говорю? То есть вы говорите о том, что силы на Украине есть силы, которые считают, что надо менять ситуацию. Но менять-то куда все-таки, к чему прийти? Как-то ближе? Любая война рано или поздно должна закончиться. То, что есть отторжение на территории республик в плане того, что люди не хотят возвращаться в Украину, это действительно соответствует действительности. Но надо прекращать войну, надо понимать то, что воюет, по сути дела, не украинский народ, а воюют те силы, которые встали на сторону преступной киевской власти. И эту антитеррористическую операцию, этот профашистский вектор, по сути дела, навязали американские кураторы. И Донбасс противостоит не украинскому народу, он противостоит именно верхушке власти, которая стала заложниками той политики, которую проводят Соединенные Штаты Америки. Это надо понимать, и надо понимать, что с той стороны, на той части Украины, которая находится под контролем киевской власти, есть такие же здравомыслящие люди, которые хотят мирно трудиться, которые не хотят воевать, и которые хотят, чтобы Украина как можно быстрее вышла из этого кризиса. Но есть... Вот на ваш взгляд, на взгляд специалиста, вы военный контрразведчик, да? Вот вы как можете оценить эту ситуацию? Все-таки она действительно такая вот назрела или перезрела уже? Или это вот за разговорами? Разговоров-то ведь очень много. Уже примерно полтора года говорится, вот сейчас все развалится. Или сейчас Россия, сейчас начнутся действия. То есть самые разные мнения такие. И на самом деле ситуация не, ну, она как бы как болото, вот как трясина, вот мне кажется, со стороны. Не два, не полтора,
ни мир, ни война. Ну вот когда даже перемирие было, говорили, вот перемирие, вот сейчас перемирие. То, что для, хотя бы даже для локализации этого конфликта необходимо время, с этим, я думаю, никто не будет спорить. Mm-hmm. Конечно, гражданский конфликт не может так быстро закончиться. Но все зависит от, именно от тех внутренних сил, которые находятся на территории Украины. Насколько быстро они поймут то, что необходимо что-то менять в стране, насколько быстро они осознают, что необходимы перемены, от этого, в принципе, и зависит окончание вот этого противостояния, которое на сегодняшний день наблюдается в Украине. Вот есть такой признак или знак, как бы правильнее сказать, когда один из самых одиозных политиков в Украине, Юлия Владимировна Тимошенко, меняет свой имидж, то многие говорят, ждите перемен. Вот она поменяла прическу, она такой образ какой-то учительницы сейчас, у нее имидж такой интересный. И я не удивлюсь, что если... Она вплетет георгиевскую ленточку. Да, и есть для этого очень хороший повод. Это 9 мая, праздник Победы. И вполне возможно, что Юлия Владимировна наконец-то поймет, что дружба с Россией – это не только необходимость, это историческая основа взаимоотношений народа Украины и России. Поэтому, я думаю, перемены в любом случае не витают в воздухе. Другое дело, что пока украинские СМИ это не озвучивают, но они до определенного момента отмалчиваются. Потом далее, естественно, все пойдет по инерции, можно даже сказать так. Ну что, будем, как это говорится, будем посмотреть. Посмотрим, что будет. Но на самом деле, действительно, все войны заканчиваются миром. И мириться нам все равно придется.